Правильно. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «История мудрого дуба 2» или «Шай Лушай Айленд». Это игра, в которую вот с прошлого года, весь прошлый год, все просили поиграть в нее. Я только заметил там фазбер слева. Я так понял, на нас с тобой там отсылка или что-то такое. Я могу только продолжить, новую игру начать не могу. Если ты не смотрел предыдущую жил, часть... Жил давным-давно один хрена мудрый себе. Дуб. И бегал аниме под ним про маленький дуба. Вот смутный это шай Лушай. Они были самыми лучшими друзьями, не разлей вода, пока в один момент не пришел он, игрок. Он нарушил покой леса и убил мудрого дуба, отобрал священный золотой гриб, который тот охранял. И Шай Лушай этого никогда не забудет. У Шай Лушая присутствует, ты видишь? Шай Лушай рос и стал огромным, полным ярости и желанием отомстить за смерть друга. Он напал на человеческую деревню, думая, что игрок окажется там. И с этого момента наше приключение и начинается. Короче, если ты не смотрел предыдущую часть, я тебе очень советую посмотреть предыдущую часть, иначе сейчас у тебя просто будет... Что, блядь, происходит? Примерно так ты будешь разговаривать. Короче говоря, да, это вторая часть от ютубера Макстера, если я правильно помню. Я так понял, что на нас с тобой тут есть отсылка, поэтому да. Собирай цветочки, дубина. Что, блядь? Укажи путь. А, тропинка укажет путь. Шай Лушай — это смурфик. Я не знаю, кстати, почему его зовут Шай Лушай, потому что я всегда его просто называл какой-то хер. Но, тем не менее, здорово, житель. Чё расскажешь? А, я понял, да. Здравствуй. Вау-и. Я думал, я здесь один. Охренеть, он разговаривать умеет? Я давно сбежал из этой деревушки. Да, окей, конечно. Тогда-то это было процветающее место. Ага. А теперь, из-за какого-то синего чудика, когда-нибудь какой-то смельчак найдет его и одолеет. А пока, места у меня нет, иди гуляй. И без оружия тебе тяжко будет, поищи на корабле. Хорошо. Синий чудик, так можно назвать моего пьяного соседа. Как Шай Лушай вообще крышу здесь уронил, я не понимаю. Как он с этим-то справился? И в смысле у тебя нет места, слушай, родной. А вот это разве не место? Что это такое? Что? Здравствуй. Да до свид... Ты шизофреник! Да... Я тебе говорю, ты шиз... Хорошо, хорошо, хорошо. Я лучше... Лучше обходи этого больного. У него... Память вообще минус. Вход, один цветок и... Сабля. Чё, бля? Так, ладно, пойдем туда. В общем говоря, тут есть сюжет. Тут есть такой серьезный, крутой сюжет. Я могу утопиться, мне интересно. Самый важный вопрос, который меня интересует в 2024-м. Могу ли я взять и просто... Господи Иисусе, я могу ходить по воде! Что? Вода меня убивает! Почему? Я сахарный? Я настолько сладкий, что я растворяюсь в воде. Я понял, хорошо. Короче, в прошлой серии, точнее, в прошлой части, мы с тобою пошли к мудрому дубу, с мудрым дубом. Там на нас нападали какие-то челики неадекватные. Они пытались нас с тобой угробить. Им получалось это периодически. Но реально, в результате я победил. И убил мудрого дуба. И вместе с этим я получил всемирный респект от Шай Лушая. Настолько большой респект, что он решил объявить войну народу огня. Здорово! Не понял. Он, видимо, знал, что мы с тобой доберемся до этого. О, давай! Прикольно. Ну ладно, мне нравится. Мне нравится, когда надо с тобой делать отсылки. Мне всегда это очень сильно... Мать моя, бляха! Че тут делал, мистер Бист? Так, ну все, вход готов. Я не буду убивать котика. Котик убивает меня! Иди нахер на шавуху, маленькая дрянь! Мужик, помогай! Мужик! В смысле? Они вдвоем просто меня взяли, завалили. Меня житель отвлек, а котик меня просто замацал в усмерть. Мне сказали, цветочки укажут мне путь, так что давай пойдем просто по пути цветочков. И самое важное, избегай кисок. Если ты приходишь куда-то и видишь там кисок, беги. Вариантов других нет. Так, бляха, не надо, не надо! Это мне пишут, кстати говоря. Чего? Что за звуки он издает? Почему он эти звуки издает? Я могу тебя убить как-нибудь? Я могу нож в него кинуть? Я не буду с ним драться. Меня котик забил. Меня этот подозрительно ухмыляющийся мужик точно убьет. И кто знает, что он сделает потом с моим трупом? Я не хочу этого знать. Дай мне... О нет, это Сигма! Сигма парень, нет, не надо. Не надо. Спокойно. Так, а ну-ка давай. Иди сюда, иди сюда. Оп-оп-оп, прилетает, прилетает, одного взорвал. Кто здесь настоящий Сигма? Я.
Я люблю себя. Все отлично, я могу резать местных людей. Мне нравится, когда я могу резать местных людей. А откуда они вообще взялись? Они будут появляться еще? Я бы хотел убить их еще пару раз, если можно. Вход 20. Вход 20. Ну, у меня 20. Ага. Чего? Лодка нужна? Неси сюда 20 точков. Хер знает, зачем они мне, но неси. Ну, я принес. У меня есть 20 точков. 20 цветочков у тебя, да? Да. А мне 21! Чё, нету? Отражай снежки саблей. Не пройдешь уже никуда. Чё, серьезно? Ты меня пропустишь! А я могу пробить стену? Подожди. Я пытаюсь драться с ним, может быть, мне надо не его пробить, а... А, окей. Цветочек на твоей могиле смерть. Так, а лодку-то он мне даст? Нет. Shift сесть в лодку. Так, подожди. Нет. Так, ладно, у меня нет вариантов. Кто здесь навейпил? Чё за вейп озеро? Чё это такое? Моя первая реакция — убить. На вейп озере на меня даже ничего не напало. Это очень подозрительно. Самое подозрительное, знаешь, что это не когда на тебя что-то нападает, а когда какая-то херня на тебя не нападает. Вот это действительно страшно. Покинуть лодку. Все? Вейп озера и ноль проблем. Так, ладно, хорошо. Я был бы готов к тому, что на меня набое... Хаги-ваги! Нет, не прыгай! А. Это мирный хаги-ваги. Я так понимаю, мне нужно еще цветы собирать, да? Веселый цветочник Андрюха 31. Ясно, понятно, ладно, давай. Вход 30? Пройди лабиринт и попади на шоу к мистеру Бисту. Ну окей. А я уже видел у него, он у меня на корабле уже был. Мой корабль за миллиард долларов купить пытался. А почему у меня 31? Это отсылка? Это отсылка на величайшего 31? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это самое страшное, что может быть. Страшнее этого быть не может. Мистер Бист, пожалуйста, 100 тысяч трон тратила на этого ребенка. О, нет. Я убью тебя! Знаешь, что мы любим делать с детьми во ФНАФе? Сука! Я, возможно, не фиолетовый, но тоже преуспел. А карты у меня никакой нету, да? Но я просто пойду прямо. Может быть, в этом и идея, кстати говоря? Типа, не надо ничего поворачивать, не надо думать. Думать это вредно, просто беги прямо. Надо бежать теперь туда направо. Я чувствую. Чувствую энергию, я чувствую дуновение ветра отсюда. А вот это, мне кажется, кстати говоря, я неправильно пошел, но я все равно пойду. Все, теперь я никаких дуновений ветра не чувствую, я просто иду наугад. Но я в этом преуспею, я тебе точно говорю. Смотри. У-ху! Я говорил это легко. Но знаешь, что еще более важно? Хункай Старейл! Проси кого угодно, кто для нее идеальный игровой персонаж, 100 пудов назовет доктора Рацио. Кстати, мы немного похожи, да? Только не говори, что даже не знаешь, что это. Короче, есть такая игра Honkai Star Rail. Это мультиплатформенная фэнтези от создателей Genshin Impact. Это не просто игра на один вечер, это лучшая игра 2023 года по версии The Game Award. Это кроссплатформенное развлечение, в которое можно гонять и с ПК, и с мобилы, и с PS5. Она доступна, кстати говоря, уже в PlayStation Store. А за полгода ее скачали более 80 миллионов раз по всему миру. Сейчас вышло обновление 1.6, где этого невероятного красавчика, доктора Рацио, ты можешь получить бесплатно. Прямой эгоцентричный ученый из гильдии эрудитов, который не расстается со своей странной гипсовой маской. Он убежден, что знания и творчество не принадлежат исключительно гениям, и он стремится наполнить вселенную знаниями, дабы исцелить ее от идиотизма. Помимо этого, ты можешь отправиться на космическую станцию с еще одним новым персонажем, Сюэй, и куда же без любимых Блейд и Кавки. Ну и чтобы получить, конечно, в подарок 10 особых звездных пропусков, залетай в Honkai Star Rail в течение 7 дней по ссылке в описании и не забудь активировать особый промокод на 50 звездных нефритов. Мистер Бист, поганая ты скотина, заставляет меня в этом всем ходить. Добро пожаловать на шоу. Меня зовут Джимми, и я дам тебе 999 чего-то там. Ты готов? Я не знаю даже, к чему я готов. Нет. Мне кажется, ты допустил несколько ошибок в слове «да». Ну ничего, на монтаже поправим. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Нет! Прекрати! Зайбумба. Давай, ладно, я сброшу на вас 250 тысяч тонн. А я могу от него просто убежать? Бляха, 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 бляха. Просто пойдем. Все в порядке. Все абсолютно в порядке. Мистер Бист не навредит тебе, говорит твой психолог. Мистер Бист.
Будем просто игнорировать его. Если ты притворишься, что его нет, то его не будет. Быстро! Лодку! Оглянись! Погнали! Откуда? Откуда? Нет, нет, не надо меня, пожалуйста, подрывать! Нет, нет, не надо, да ёб твою шмет, сколько можно? Налево, налево, право руля! Все хорошо, все хорошо. Шифт! Это было круто, но мой оператор все будет уже включать запись, может еще раз. Ладно, шучу. Хорошая шутка. Забирай свои 99969 цветочков. И пока. Отпусти меня. Фу, это было что-то. Миллион! Миллион! Цветочков. Давай! Странная ебака. Мем с 2026 года. Так, ладно. Так, здесь мне уже не нравится, это уже какая-то крепота пошла. Ладно, вы мои новые друзья, пойдемте. У меня нет друзей, поэтому вы будете моим друзьям. Кавасаки! Что, блядь? Скибиди, кому пингвин. Я не буду говорить. Ты чё трусы напялил на себя? Миллион читы. Сам-то трипер. Оп. Добрый вечер. Гамбургер. Чё происходит? Почему на меня нападают огурцы? Как выйти отсюда? Добавь списку в мою игру желаний. Введи пароль. По-моему, это название какой-то игры. Начинается на О. Может, про нее что-то на экране? Off-screen. Ничего себе, какую игру ты знаешь. Скорее бы она вышла. Ладно, проходи. Я не могу нажать ОК. Я не могу нажать ОК. А вот, смог. Я вот здесь увидел. Вон это его игра, видимо. Вот они, мои фанаты. БТС слева направо. Это было определенно интересно. Где вообще Смурф? Что-то как-то меня этот синий чел вообще не напрягает. Синий карлик, синий шныга, синий мудак, синий вонючка, синий противный хрен. Я его не боюсь, презираю, и он лох. Чё? Блять! Прости, пожалуйста, что я тебе сказал, это было неправильно. А что ты сделаешь мне? А, у меня убивает! Присухой на меня давит. Такая жизнь не восстанавливать умею, нет? Чего? Фига он возбудился! Так, прекращай, мистер Пресс! Он останавливается, его можно накидывать. Что это такое? Он породил своего ребенка. Да какой ням-ням-ням? А я могу их как-нибудь отбить? Нет, не могу. У меня уже пальцы устали нажимать на кнопку. Какой напряженный бой. По-моему, первая часть была забавней. Там можно было хотя бы что-то делать. Да я отобью, да я отобью. Я могу отбивать? Я не могу отбивать. Так ладно, мне нужно восстанавливать жизни. Быстро! Да. Я так понял, тут надо прям потеть. То есть ты должен подбегать, бить к нему где-то вот здесь. А почему песня другая пошла? Почему песня другая началась? Она мне больше нравится. Так, и когда у меня жизни мало, надо прям от него убегать очень сильно. И все, и по сути ты дальше регенишься. Регенишься, пока восстановишь себе здоровье, а потом продолжаешь, повторяешь это все. А где у тебя хитбокс? Нет, нет. Шавушай, прекращай. Оп, ребенок. Сейчас зарежу твоего ребенка. Получай! Минус ребенок, отлично, чувствую себя прекрасно. Отлично, половину жизни уже ему отбили. Это все благодаря музыке. Туда его! Вдруг обязать! Мистер Бис! Мистер Бис! Спокойно. Нет, все! Все плохо, все плохо, все плохо! Жизни мало! Съем гамбургер. Отлично. Да, короче, надо его просто потихонечку. Не надо торопиться, не надо нажимать слишком часто. И тогда все отлично, тогда ему больно. Вот, теперь, видишь, бежит за мной быстро. И я могу потихоньку ему добивать. Вот пока он вот это делает, не надо его бить, надо отбегать. Потому что после этого он обычно начинает газ давать. Вот, видишь, он газу дал. И вот если он газу дал, то ты рискуешь умереть. Но если ты, по идее, увернулся от него на некоторое время, то должно быть все хорошо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. После этого он устал, его можно подбить. Нет! Нет! Я разгадал тебя. Все. Это моя победа. Просто надо не слишком часто долбить его. Парень! Трусы остынь!
Фух. А, хорошо! Ой, хорошо! Ты видел, сколько прошло по нему? Какая молния! Молниями ты откуда научился стрелять? Давай! Дети, вы видите, как ваш отец погибает? Это звучит довольно... Я злодей? Давай, Андрюха, давай! Давай! Нет, не буду нагреть, не буду нагреть, не буду нагреть. Если он сейчас на меня рванет, то это конец. Сожми за меня кулачок, родной. Сожми за меня кулачок. Да! Это было реально сложно. Что это такое? Мистер Бист! Мистер Бист! Мистер Бист! Та-та-ра-та-та-ра! Узнал, откуда песня? Напиши в комментах, если ты узнал. О, нет. Ну, это было забавно. Концовка. Босс последний мне не понравился. Он какой-то не очень. Я бы хотел, чтобы у него была какая-то все же интересная механика, кроме того, чтобы подбегать, драться с ним и отбегать. А в остальном клево. Мистер Бист с его динамитом, это было офигенно. Я не понял, что за навейпленное озеро и почему там ничего не произошло. И Шейвушая мало. Было бы круто, если бы он был прям везде. Но пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока на этом все. Пока. До скорого. Удачи.